Друзья, всем привет! Поздравляю всех со Старым Новым Годом и Рождеством. Сегодня Старый Новый Год, грубо говоря, 1 января. 1 января, такой Новый Год без цитрусов. Вот я хочу вам показать цитрусы. Сейчас я их разложу немного. Все Made in Абхазия. Настоящий абхазский мандарин, который вот чистишь, пахнет Новым Годом. Это настоящий абхазский лимон. Они уже заканчиваются, поэтому у них вид как бы немножко вот. Ну, они просто темные, а так они нормальные внутри. Сейчас покажу, почищу. Вот это мандарины абхазские. Вот это первый раз взял в жизни такой фрукт. Называется цитрон. Это лимоны. Это лимоны. Кстати, в советское время мы знали только мандарины, лично наша семья, и мандарины, и лимоны абхазские. А это апельсины абхазские. О, видишь? Сейчас я покажу, какие они внутри. Вот цитрон ни разу не пробовал, первый раз в жизни. Да, сейчас. Да не на, я его разрежу-то потом. Вот смотрите, абхазский мандарин. Легко чистится. Чистится очень легко. Косточек в нем нет. Запах новогодний сразу вот от шкурки, от вот этой, от цитруса идет. Вот запах детства. Запах детства, да. Настоящий Новый год. Сегодня, кстати, настоящий Новый год, старый Новый год. Вот такой мандарин. Лимон. Очень-очень тонкая шкурка. Запах такой лимонно-бергамотный такой. Не могу ни с чем передать. Ну, просто, если бы камера могла передать, я бы передал. Вот такой лимончик. Тонкая шкура. Тонкокорый. Апельсины, честно говоря, раньше мы их брали, но они немножко, видать, не это, как бы кисловатые они. Вот эта вот структура правильная, кстати. Они должен быть сладкий тогда. Апельсин. Вот такой вот он. Сладкий проверено. Сладкий жена проверила. Что касается апельсинов. Вот этот фрукт первый раз сейчас разрежу. Сказали, очень вкусный и полезный. От давления, от сердца, там от чего только мне не сказали. Полезный. Женщина с мужчиной каждый год возят абхазские настоящие мандарины, апельсины. И приходите вот это, к ним покупать. Вот это последний завоз у них, крайний в этом году. Теперь будет к Новому году, к следующему. И вот так выглядит этот цитрон. Ну, он похож по структуре на этот грейпфрут чем-то. Да, сейчас я так сделаю, наверное, сниму пробу. И скажу, первый раз, честное слово, ни разу не пробовал. Я абхазские апельсины попробовал. Кстати, лет 5-6 назад. Правда, раз. Вся правда. Камеру. Сладкий или кислый? Он что-то между апельсином и лимоном. Он кисло-сладкий. Он действительно, наверное, будет он понижать давление. Дети, не сух... аккуратно. Не сухой он. Интересный на вкус. Вот. Вот такие вот цитрусы растут в Абхазии. Ощущение, самое... как будто кожурочка. Самое близкое... К нам цитрусовая страна. Правда, покажи. Друзья, да мне понравилось. Друзья, всех еще раз со Старым Новым Годом. Покупайте с Рождеством Христовым. Покупайте цитрусы. Не болейте. Всем здоровья и удачи. Пока.